بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنتابع درسنا من كتاب الحقوق والواجبات على الرجال والنساء في الإسلام. Далее, с дозволения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, мы с вами продолжим свои уроки из книги «Аль-Хукук валь-Ваджибат аль-Риджали валь-Нисаи филь-Ислам» – «Права и обязанности над мужчинами и женщинами в исламе», автором которой является шейх Аль-Лама Рабиу ибн Хади Умайр аль-Мадхали хафизахуллаху Тааля. И эта книга еще имеет предусловие от шейха Салих ибн Фаузан ибн Абдиллах аль-Фаузан хафизаху Аллаху Тааля. Значит, баракаллаху фикум, наш урок начинается, где шейх самых основные темы он избрал из четырех. То есть эти жалобы, которые со стороны этой женщины были по невежеству, их очень много. Там около 9, значит, пункт перечисляет шейх от их жалобы. И потом из них выбирает самые основные. Один из них – это «Аль-Мусавату байна ар-риджали валь-нисаи филь-хукуки валь-ваджибат». Потом «Аль-Кавамату лати шараха Аллаху вадана биха аль-муслимуна вабаяну асбабиха». Третье – «Хал адиллатул уламаи интикаиятун». Четвертое – «Хал ильмарату хия альмадлумату факат». Сегодня, баракаллаху фикум, мы с вами начинаем главную тему, говорит шейх, хафизахуллаху тааля. «Ауалан аль-мусавату байна ар-риджали ван-ниса». Тема о равноправии между мужчинами и женщинами. То есть эти женщины основные, из них они требовали, что должно быть равноправо мужчине и женщине. Никто из мужчин не имеет никакое права выше, чем права женщины. Также никакие обязанности мужчины не имеют над женщинами. То есть не отличается мужчина от женщины этими правами и, скажем, обязанностями. По этому поводу шейх подробно хочет рассказать нам. Сперва он нам рассказывает, что она или эти женщины хотят, и на какого основания она или некоторые ее сторонники хотят. На какое основание они этого требуют. Говорит, «Ваминха аль-мусавату филь-хукуки валь-ваджибат», в том числе, равноправие между мужчинами и женщинами в правах и в обязанности. هذه المساواة ادعاها بعضهن وهي زينب غاصب لا كلهن. Это жалоб по поводу, равноправия. Требовал некоторые женщины, не все, некоторые женщины требовали. Из числа некоторых женщин это Зайнаб, Гасиб, ля куллюхна. Не все это требовали или сам претендовали, что должно быть так. وصرحت بأن المرأة ليست تابعة للرجل. Она открыто заявила, что женщина не является как последователь для мужчин. То есть женщина не является такая, чтобы, за мужчина она ходила. То есть второй очередь был для нее. «Баль хия ниддун лир-раджули саваун филь хукуки ау лил-ваджибат». Наоборот, женщина является одна из одинаковых людей по сравнению мужчин. То есть «нид» – это одинаково. «Саваун филь хукуки ау лил-ваджибат». Разница нет, это подобие
или там равноправие в правах или в обязанностях. А где ее доказательство? Шейх говорит, «Вахтаджат бихаули Аллахи Та'аля», она довод переводит из слова Всевышнего, где Аллах Субхану ва Та'аля в сура «Ан-Нахл» в 97-м аяте говорит, «Ман амиля салихан мин дакарин ау унца, ва хуа му'минун, фалян нухьиянаху хаятан тайибатан, вала наджзиянахум аджрахум би ахсани макану я'малун». То есть верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, то есть благими делами занимались, мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшие их из того, что они совершали. Видите, баракаллаху фикум, здесь, если баракаллаху фикум, другие аяты не посмотреть, или человек другими источниками, когда не знаком, думает, что на самом деле это есть доказательство, видите, что одинаково амал делают мужчины и женщины, и от Аллаха одинаково они получают вознаграждение. То есть здесь она сейчас хочет говорить, что никакого здесь ограничения нету, что вот мужчины этими делами ограничены им, и поэтому для них больше вознаграждения. Или не говорится, что оба одинаково амал делают, а мужчины получают больше вознаграждения, чем женщина. Сейчас она сама говорит. Сумма кала, затем она, то есть вот это Зайнаб Гасиб, говорит, «Фаллаху субханаху лам яджали л'амала валь аджра хакаран аля раджуль». Здесь, если посмотреть, говорит она, Аллах субханаху ва та'аля амала, то есть деяния и вознаграждения над мужчиной, над мужчинами не ограничивал. «Валам яджалху мудаафан лаху». И двойной не дал для мужчин. То есть не сказать, что мужчина, ты, чем женщина, два раза делай амал. Или почему? Потому что ты отличаешься от женщины. Или даже за каждое деяние двойное вознаграждение тебе здесь «лям яджал». Аллах не сделал для него «мудаафан лаху» двойной амал или двойное вознаграждение. «Ва иннама сава байнахума филь хукуки валь ваджибат». Она говорит, наоборот, Аллах Субхану ва Та'аля ровно или одинаково между ними рассказал «филь хукуки». «Фил хукуки валь ваджибат» в правах и в обязанности. Одинаково Аллах Субхану ва Та'аля сказал. «Ва закарат анна Аллаха фаддаля раджуля би дараджатин ва хия нафака». И она говорит, что Аллах Субхану ва Та'аля мужчину только одним степенем предпочитал. И это что? Это содержание семьи, это расход. Вот этим путем расход только мужчина отличается от женщины, это никакое достоинство от этого, кроме этого ничего не имеет мужчина. «Вассамара татакалляму», шейх говорит теперь, «Вассамара татакалляму бима фихи муджанабатун лиссаваф». Короче, говорит шейх, она продолжала говорить свои разговоры, в котором есть отстранение или отхождение или отстранение от истины. То есть много чего еще помимо этого она по-своему, по своей там мнению растолковала и говорила. Все, что она сказала, если посмотреть, в нем есть в ее слова «муджанабату лиссаваби», то есть отсутствие там «ассаваб» – это истина. «Интилакан мин ру'ятиха хадихи». Откуда она такие слова говорит, баракаллаху фикум? Откуда она говорит такие слова? Она говорит, что она, это происходит, эти слова, «мин ру'ятиха хадихи», то есть за ее короткое там мнение. Понимаете? То, что она видела, это говорит. Понимаете, баракаллаху фикум? Тем более женщины, как они тем более не выходят там, много чего не смотрят, во многих делах не присутствуют. И то, что она в какой-то маленький круг знает, об этом она говорит, но все равно то, что она говорит, шейх, «муджанабатун ли ас-саваби», есть, значит, отсутствие, что? Истинное.
Фаакулу, вот теперь шейх баракаллаху фикум, посмотрите, как прекрасно дает ответ этой женщине и подобные этой женщине другие невежественные женщины. Нам. Говорит фаакулу, инна хадихи аль-мусавата аллати таддаиха хадихи аль-мара лам яти биха шар'ун ва ла акл. Посмотрите, инна хадихи аль-мусават, поистине это равноправие, о которой она говорит и требует, чтобы была, эта женщина требует, да, тадда'и, она вот довод, значит, требует, да, такого говорит, то, что она говорит, «Лам яти биха шар'ун, ни шариат говорил об этом, ва ла акл, и ни разум». То есть, и если его сравнивают нормам шариата, законам шариата, вообще в шариате нету такой разговора. Если там свешивается разумом, говорит, тоже у кого есть нормальный разум, не принимает такого, значит, требования, если какой-то, значит, физический недостаток в уме этого человека нету. Говорит, «Амма шар'у фаллаху субханаху ва та'аля кад байяна фи мухкаме китабихи аннаху халакал мар'ата лирраджул». А что касается шариат, если посмотреть с точки зрения шариата, что говорит шариат, то Аллах субханаху ва та'аля разъясняет, объясняет в своей ясной книге, что Аллах субханаху ва та'аля сотворил женщину именно для мужчин. Женщину сотворил лирраджул. خاص именно для мужчин. فهي نعمة من النعم التي امتن الله بها على الرجال في الدنيا والآخرة. Женщина является одна из многочисленных нимат, благодеяния, которых, например, Аллах Субханаху ва Тааля одарял, подарил мужчинам и на этом свете, и на том свете. Понимаете? То есть мы не говорим, что женщина какая-то там брошенная там или лишняя. Нет, баракаллаху фикум. Она является из числа многочисленных ниамуллах. Аллах субхану ва тааля много нам дал ниамат. Например, есть ниаматуль ислам, ниаматуль иман, ниаматуль ильм, ниамату дом, например. Все, что человеку необходимо на этом и на том свете, баракаллаху фикум, это считается как ниамат. Из числа многочисленных ниамат, о которых Аллах субхану ва тааля говорил, или, скажем, подарил мужчинам и на этом свете, и на том свете, это является женщина, говорит шейх. Посмотрите, Аллах субхану ва тааля в сура Ан-Нахль 72 аяте говорит следующие слова: «Валлаху джа'аля лакум мин анфусикум азваджа, ва джа'аля лакум мин азваджикум банина ва хафадатан, ва разакакум мин ат-тайибат». То есть Аллах сделал для вас супруг из вас самих, то есть из животных не сделал, из числа джинн не делал, потому что потом не соответствует, не подходит, понимаете, Аллах сделал для вас супруг из вас самих, то есть из числа людей, даровал вам от них детей, внуков и наделил вас благами. Поэтому, баракаллаху фикум, здесь, если посмотреть, баракаллаху фикум, это речь идет о чем? О том, что Аллах субхану ва тааля женщину именно для мужчины сотворил, понимаете, и она мужчину дает, значит, детей и внуков, понимаете. Также мы можем посмотреть сура Ар-Рум 21 аят, сура Ар-Рум 21 аят, где Аллах субхану ва тааля говорит, وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. نعم. Среди его знамений то, что он сотворил из вас самих, то есть от вас жен для вас, чтобы, это причина, говорю, чтобы вы находили в них успокоение. И установил между вами любовь и милосердие. И установил между вами что? Любовь
и милосердие, воистину в этом знамение для людей размышляющих. То есть на самом деле в этом есть знамение для каких людей? Для людей, которые они могут размышлять. У них есть акл, разум. Теперь, баракаллаху фикум, посмотрите, шейх что говорит. «Тааммалю, айюхаль муминуна валь муминату л'укала». Размышляйте, говорит, о верующие мужчин и женщины разумные. Слова Всевышнего, где он говорит «Халака лекум мин анфусикум», то есть «из вас самих сотворил». А потом в другом аяте сказал «Джааля лекум мин анфусикум», то есть именно для вас сотворил из самих от вас. Почему так говорится? «Литудрику ма майязаллаху бихи ражуля аля аль-мар'а». Почему я говорю, размышляйте, посмотрите, о умные мужчины и женщины, на слова Всевышнего посмотрите, чтобы вы понимали, или чтобы вы могли понимать ту отличие, которую Аллах Субхану ва Тааля дал между мужчиной и женщиной. Между мужчиной и женщиной. «Ва аннаха джу'илат лир-раджули ва мин аджлихи». И чтобы вы после размышления понимали, что она и сотворена именно для мужчина, ва мин аджлихи, и ради мужчина. Ради мужчина. Ва хадихи ниъматун азима. На самом деле это великий ниъмат, великое благодеяние. Нам. Ва яншау анха ниъматун ухра. И помимо этого, или скажем, благодаря этого ниъмата, жене еще растет или происходит от нее еще другой ниамат. Это что? وَهِيَ أَنَّهَا تُنْجِبُ لَهُ الْأَوْلَادُ الْأَوْلَادَ وَالْأَحْفَادُ. И она еще производит, или скажем, родит для мужчины детей и внуков. Это дает указание, что сами еще счастливые женщины, те женщины, которые они рожают, баракаллаху фикум, для своих мужей. Понятно, да? Она сама является как ниамат успокоения для мужчин и так далее. И от этого ниамата, баракаллаху фикум, еще появится другой ниамат. Это что? Она, значит, производит или, скажем, родит для мужчины. Для мужчины, не для другого, не для своего отца, не для чужого, не для соседа, не для... Понимаете? Не для детдома, так как это кафиру. Понимаете? Для мужчин, для мужа своего, детей своей давно. И ахфад, это значит внуков. Алладина юнсабуна, ла юнсабуна илля илляхи. Вот если посмотреть, говорит, вот эти дети, вот эти внуки, они никому не относятся, да, кроме к мужчинам. Ла илляль мар'ати, не к женщине. Понимаете? Фаюкалю, например, говорят «Ибну фулян» – сын такого-то человека, мужчина. «Вабинту фулян» – дочь такого-то, «Хафиду» – внук такого-то, внучка такого-то, такого мужчина. Не говорят такой-то, какой-то женщине не говорят. Понятно, да? «Вакадалика л-аяту мин сурат ар-рум» – также аят, если посмотреть в сура ар-рум, где мы только что прочитали «Рум 21», да? «Хия нассун фи анна л-мар'ата хуликат лир-раджуль». Это есть явное доказательство, это нас, это коранический текст о том, что женщина сотворена лир-раджуль, именно для мужчины. Для чего? «Ли хикматин азима». Не так просто женщина сотворена для мужчин, понимаете? Это для великого мудрости. Эта мудрость из чего состоит? «Вахия ан яхсуля лаху». Чтобы появилось для мужчины, благодаря женщине, спокойство и спокойная душа, да? Значит, любой мужчина, когда жена не имеет, он неспокойный, понимаете, душой неспокойный, у него васваса бывает. Шайт. Поэтому, баракаллаху фикум, в хадисе сказано, что пусть половину, тот, кто женился или женат, половину свою религию он устроил, понимаете, баракаллаху фикум, а остальную половину он должен что делать? Уже работать над этим, чтобы иман укрепился, баракаллаху фикум. Тем более в наше время, баракаллаху фикум, в наше время
человек не женат и хадид, это не во времена Ибн Таймия, рахимахуллах, или не во времена, значит, шейха имама Аль-Бухари, понимаете? Никогда сегодня человек не имеет права себе сравнивать с ними, и потом говорит, что я не буду жениться, потому что если было бы запрещено, то женился бы имам Аль-Бухари и другие. Нет, баракал, это ты никогда не сравнивай себе на имама Аль-Бухари, история имама Аль-Бухари, рахималлаху та'ала, и Ибн Таймия, и другие ученые, которые не женатыми умерлими, они вообще другая история, понимаешь? نعم وأكد هذه النعمة بأن جعل بين الزوج والزوجة المودة والرحمة и Аллах Субхану ва Тааля вот эта нигмата укрепляет еще, чтобы мы, чтобы вот эта нигмата не потеряли мы, Аллах Субхану ва Тааля укрепляет этот нигмат, чтобы мы куда бы ни ходили с этой нигмат думали. Куда бы мы ни ездили, обратно к этой ниамат возвращались или всегда с собой брали этот ниамат. Это что за укрепление от Аллаха Субхану ва Тааля? Би ан джааля байна зауджи ва зауджати маваддата ва рахма. Что Аллах Субхану ва Тааля сам установил или сотворил между муж и женой любовь и милость. Поэтому, баракаллаху фикум, любой мужчина и женщина, когда между ними нету от Аллаха любовь, то есть любовь ради от Аллаха, баракаллаху фикум, любовь не бывает, и милость от Аллаха не бывает, то это не жизнь, баракаллаху фикум. Скажет, баракаллаху фикум, потом. فَإِنَّهُ لَا تَتَحَقَّقُ تِلْكَ النِّعْمَةُ وَهِيَ السَّكَنُ إِلَّا إِذَا كَانَتْ فِي جَوٍ تَحُفُّهُ وَتَعْطِرُهُ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ. Вот этот ниамат не может осуществляться. То есть не существует такой ниамат. Жена есть, понимаете? Бывает иногда, баракаллаху фикум, жена есть, но как будто жена нету. Понимаете? Почему? Потому что успокоения нету. Поэтому шейх говорит, что فَإِنَّهُ لَا تَتَحَقَّقُ تِلْكَ النِّعْمَ وَهِيَ Этот ниамат не осуществляется. То есть успокоение не бывает у человека до тех пор, пока, значит, что не бывает, вот это ниамат не будет находиться в такой окружении или в такой атмосфере, в такой погоде, окружал бы эту погоду или душил бы эту, от слова духи взято, душил бы это, значит, эту погоду, любовь и милость от Аллаха Субханаху ва Тааля. نعم فإذا كانت المرأة تنظر إلى الرجل بأنها أفضل منه أو ندا له وأنها تساويه في الحقوق والواجبات تحولت الحياة إلى صراع مرير وجحيم لا يطاق. Послушайте, что говорит. Если говорит женщина, فإذا كانت если женщина смотрит на мужчину, то есть речь не идет о чужой мужчине, баракаллаху фикум. Какое дело она имеет чужим мужчину? Речь идет о супруге. Если жена смотрит на свой, значит, муж, да, что она является лучше, чем мужа, или, скажем, она говорит, что равноправо имеет, то есть я какое и муж тоже самое такое говорит. Ва-аннаха и говорит, что она тоже равноправо имеет во всех правах и обязанностях, как муж, я такое говорит. Тахавалати л-хаяту иля сира'ин марир. Шейх говорит, жизнь вообще меняется на горькая борьба. Такая борьба — это не сладкая борьба. Это горькая очень борьба превращается, эта жизнь, так как вы видите, да, у этих там кафиров, у этих русских там, которые не приняли ислам, когда я говорю русские, потому что основные кафиры из них, понимаете? Хотя среди мусульман тоже, хотя не можем сказать, что нету таких, нам. Ваджахим, жизнь превращается на джахим, на ад, адский жизнь, его говорят, который ля ютак, невозможно сабр делать, невозможно, что, значит, иметь терпение, нам. Ля ютак, невозможно это поднять, эту жизнь. Вазахабати сакинату валистикрару нафси. В таком случае, говорит, успокойство уходит, и, значит, алистикрару, и душевные там, что успокойство исчезает, говорит
что куда исчезает? Адраджа риях, как говорят, то есть на ветер уходит. А где успокоиться? Я женился ради того, чтобы успокоение брать. А где это? Говорят, что? Адраджа риях, так, поговорка арабская, то есть на ветер ушел. Имеется в виду зря. Есть сколько люди есть, баракаллаху фикум, женится такой надеждой, потом говорят, зря я женился. Понимаете? Таким же образом, когда говорят, например, женщина выходит замуж по своей там умой, да, и потом зря я вышла замуж. Понимаете? На. وَذَهَبَتِ الْمَوَدَّةُ وَالرَّحْمَةُ И в результате исчезает ни любовь бывает, ни милость бывает. Почему? Потому что женщина себя считает крутая и выше, чем мужа. Куда хочет, без спроса уходит там, ключ возьмет там, исчезает, потом какой-то день, сколько хочет, на командировку, и это вот так. Это разве жизнь, баракаллаху фикум? Это разве жизнь? Посмотрите, берите пример, баракаллаху фикум, вот эти милиционеры и другие там правители неверные, да, вот кафиры есть, кафирские страны. Посмотрите на народ, как кричает, особенно те правоохранительные органы, так кричат там, если какой-то документ у вас не в порядке. А когда жена говорит, что Саша или Паша, где ты? Сразу стоя там, никакой погон, никакой там, значит, звание не поможет, баракаллаху фикум. Если даже говорит, что немедленно домой, значит, он должен покинуть пост и надо поехать домой. Понимаете? Вот такая жизнь у них. Почему? Потому что женщина у кафиров, баракаллаху фикум, вот такое высокомерие, вот такая, она себе считает так. Поэтому, баракаллаху фикум, у этих кафиров никакой там развод нету там, то есть талак у них нету, если кроме как государства, и то боятся, что деньги потеряют они. Понимаете, баракаллаху фикум? А что делают некоторые бедные мужчины? Выход не могут найти, выход через повешивание, там себе убьют. Понятно, да? Это ни'мату ль-Ислам, субханаллах. Помимо столько ни'мат, которые одарил нам Аллах, субхану ва та'аля, женщины, дети, там, внуки и другие благие, которые от Аллаха. Как может быть человек потом неблагодарно относиться к жене? Также, баракаллаху фикум, хотя речь идет о женщине, баракаллаху фикум, о их нарушении, как может женщина так поступить, да? Хара Расулу саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, «Ад-дунья мата'ун, ва хайру мата'иха аль-мар'ату салиха». Если бы я знал, там постоянно во всех, каждый день добавлял бы какую-то тему о женитве, а то я посмотрю, многие братья, машаллах, присутствуют, потому что речь идет о женитве. На. Хара Расулу саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, «Ад-дунья мата'ун, ва хайру мата'иха аль-мар'ату салиха». Ахраджуху муслимун. То есть пророк саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям в этом хадисе говорит, что дунья это мата. А что такое мата? Мата вообще-то предмет наслаждения. Предмет, благодаря которому человек наслаждается. Понимаете, пользу берет. Это не забывайте, что временно, понимаете. Не все предметы, баракаллаху фикум, они вечные бывают. Временно все они. Поэтому, баракаллаху фикум, ва хайру мата'иха, то есть из этого мира самый прекрасный, хороший, лучший предмет для наслаждения, это является аль-мар'ату салиха, праведная жена, Аллахумма рзукна, надо говорить. На, это праведная жена, этот хадис рассказал имам Муслим, и ан-Насаи ибн Маджа, хадис факт, что достоверный. Поэтому, баракаллаху фикум, это шариат, это зеркало должно быть, понимаете? Когда кто-то вам говорит, что не в порядке у тебя брови, например, у тебя волосы не в порядке, там, ты тюбетейку неправильно одел, или сестру мусульманку, когда говорят, хиджаб не то, там, хиджаб надо так делать, там, такие там места видно, это запрещается, когда говорят, она или он должны обрадоваться, что альхамдулилля, что брат или там сестра мусульманка исправляет нас и ошибки. Поэтому, баракаллаху фикум, когда речь идет о шариате, мы должны шариаты для себя брать как зеркало, чтобы все свои недостатки исправить, баракаллаху фикум. Хотя, баракаллаху фикум, посмотрите, все недостатки, большинство недостатки, хотя от мужчины тоже мы не можем сказать, что они недостатки не имеют. Большинство, баракаллаху фикум, у женщины бывает, а когда речь идет о воспитании, о правах мужчины, о правах мужа, о правах женщины, на это урока смелость, то есть, или, скажем, гордость не позволяет некоторым женщинам, чтобы они присутствовали хотя бы недели один раз. Ну, арабский язык, морфология, синтаксис, не каждый может понимать. Но на эти, это повседневная жизнь, баракаллаху фикум. Понимаете? Вот как говорят, я не слышал и не знаю
и буду нарушать, если в день Киямат, якобы так говорят, что если в день Киямат спросят, что почему ты права бедного мужа так нарушала и так далее. Потом я не знала, говорила. Нет, баракалафикам, столько мы по интернету объявления дадим, сестры вам передают, родственники вам передают, что такой урок идет нам. Поэтому никакого, значит, оправдания нет для этих женщин. Нам. فالمتاعُ شيخ говорит فالمتاعُ هو ما ينتفع به من أرض الدنيا قليلها وكثيرها متاع это растолкует слово متاع который мы сказали что это предмет наслаждения это то что можно его использовать говорит из мирской товар из мирской товар например хоть мало оно хоть много на وخير ما ينتفع به الرجل المؤمن المرأة الصالحة. Поэтому самый наилучший то, что мужчина верующий, посмотрите, верующий мужчина может, значит, брать наслаждение, успокоение, там, счастливость себе может считать. Это аль-мар'ату салиха, это праведная жена, Аллахумма рзукна. Фаль-мар'ату салихату ни'матун, валь-мар'ату, вагайру салихати никма. Видите, шейх что говорит? Говорит, что праведная жена, это есть она ни'мат, благодеяние, да? От которого еще другое благодеяние, да? Да. А что касается неправедная женщина или жена, это никма, это наказание, это мучение, всю жизнь мучаешься, поэтому баракалавиком не надо обманываться там красивые брови, там красивые там турецкие там одежды, нет, баракалавиком, это не так уж важно, чем важно исправление акида баракалавиком, понимаете, нрав, из какого племени, из какого рода, понимаете, поэтому баракалавиком не надо торопиться по поводу там женитьбы, я вам говорю, как брат муслим и как практикант. Now.